Патриарх Московский Вся Руси Кирилл в понедельник, в 10-ю годовщину теракта в школе номер 1 Беслана, молитвенно почтил память погибших. Бесланская школа номер 1 была захвачена группой террористов 1 сентября 2004 года. Более 1200 человек, школьники, их родители, учителя оказались в заложниках. В течение 3 дней их держали в начиненном взрывчаткой спортивном зале. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 180 детей. Еще несколько человек впоследствии скончались от полученных ранений и приобретенных заболеваний. В сентябре 2010 года во дворе школы установили крест на месте, где будет построен храм в память о жертвах теракта. Ежегодно в рамках террорных мероприятий здесь совершают литургию, а на мемориальном кладбище «Город ангелов» в Беслане жители города, представители власти и духовенства возлагают цветы к могилам погибших, а также к монументу «Древо скорби» и памятнику бойцам спецподразделения, отдавшим жизни при спасении заложников.